Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, продолжаем Resident Evil, сколько там, 7. Короче, у нас есть инвентарь, у нас есть голова собаки, мы ее сейчас вставим, и у нас откроется дверь куда-то там, я думаю, что как вроде как наружу, потому что, смотри-ка, первый этаж... А хуй-то там. Ну ладно, в принципе, если с первого этажа куда-то уходить, то почему бы не на улице? Монетки, я надеюсь, наверное, мы сейчас с вами положим, потому что мне постоянно мешаются и, в принципе-то, особо не нужны. У меня есть много аптечек, у меня есть дробовик, у меня есть патрон для пистолета, и больше у меня нет ни хера. А это означает, что все это нужно где-то еще разочек достать. В прошлый раз мы вроде как с вами завалили... Бля, бабуля. Ты что тут нахуй мне колесишь? А чё, нельзя бабулю ударить? В смысле? Бабуль. Ты, блядь, как вообще ездишь-то? Я не пойму. Ты еле на этом кресле сидишь и постоянно... Её либо кто-то катает, либо она ездит сама. Я не понимаю, что происходит вообще. Так, ладненько. Уж не знаю, как там насчет врагов, но вроде как мы убили деда. Он, блядь, мы его пополам распилили. Ну как еще можно его убить-то тогда, я не понимаю. Так, собака. Отличненько. Бляха, у меня тут вентилятор постоянно напрягает. Мне кажется, что там кто-то идет. Вот тень какая-то идет и идет, и идет, и идет. Ну, пойдем. О! Врешь, не уйдешь. Да ну почему я не уйду-то? Ну что за херня-то? Ну я же хочу уйти в конце-то концов. Чего? Так, смотри, спуск вниз, вон там. Где-то там еще что-то есть. Там нужен ключ опять-таки со змеей, да? Ага. Бляха-муха. Ну ладно, хрен с ней. Ладно, пойдем пообследуем, поищем. Может, что полезненького где-нибудь зацепим. Бляха, я думал, опять старый идет. Это качельки дурью занимаются. Хрен с ним. Почему-то здесь в окнах в дом ничего не видно. А что не видно? Потому что все заколочено. Мне вот интересно, к ним приезжают полицейские. Видят, блядь, дом весь заколочен. Дом весь засран как-то, я не знаю. Чем-то там весь убит, блядь. И не спрашивают, что, как, почему у вас такая грязь. Как вы вообще тут живете? Полная антисанитария. Что за дела вообще, ребята? Что за дела? Ну-ка. Сука, нет, да ладно. Так, тут какой-то трейлер. Что за херня? Там еще один вход куда-то. Подожди, а здесь где-то это... Как ее мать ходила? Мать ходила, представляешь? Здесь где-то ходила когда-то мать. Может быть, она до сих пор здесь ходит? Хрен ее знает, может, она сидит в трейлере. Так, таблеточки. Головешка. Ф. Что это? Какая-то хуетень. Аккумулятор. Чего не хватает? Аккумулятора не хватает какого-то, что ли? Ну хорошо, найдем. Таблетки пока использовать не буду. Таблетки, наверное, еще пригодятся, которые я сейчас подобрал. Это которые помогают искать предметы. Сука, заперты с другой стороны, представляешь, нет? Ну хорошо, ладно, хрен с ним. Пойдем тогда в трейлер, что поделаешь. Вроде как идти-то некуда. Я где вообще? Я во дворе, в огромном дворе. Здесь нужен ключ, здесь проход закрыт. А вот, кстати, еще один проход куда-то туда далеко. И... Вот здесь как-то еще ключ со змеей, но это тоже короткий путь, мы его никак сейчас не откроем, судя по всему. Ёпта, ладно. А что, трейлер не работает, типа? Нет, трейлер, подожди, мы не проверяли еще. Сейчас проверим. Сейчас, сука, проверим, хорошо, ладно, поехали. О, работает. Отлично. Сейчас мне баба позвонит, смотри, по-любому прям баба позвонит. Вот жопой чую. Пусто. Блять, опять древний монет, только тебя убрал. Ножом. Ножом. Хуй там, да? 44 маг. Сильная отдача, но большой наносимый урон. Девяточка. Подожди-ка, что такое девяточка? Девяточка это что? Не знаю, что такое девяточка, сука, телек ваш. Так, кассет у меня новых нету. Это плохо. Ладненько. Ощущения в теле становятся все более странными. Скоро я стану совсем как мама и папа. Это все она виновата. Может сбежать? Нет, не могу, если она заметит мне крышка. Женщина по имени Мия, которая была с ней, что-то знает. Будь у меня сыворотка, можно было бы исцелиться. Мне нужно узнать больше. Это кто-то и кому здесь нужно что-то больше узнать? Я Блин, ну они же адекватные были люди. Что если с ними случилось? Им уже не спастись. Кто на них эту херню всю наделал? Блять, сколько... Пятерочка. Блин, а это этот, как его? Стабилизатор. Перезарядка навсегда ускорена.
Стероиды, бессрочное повышение максимального здоровья. 3, 5, 9. Что это значит вообще? Телефон у нас, наверное, лифак. Может, это принадлежит Зои? И чё? И нахуй он тебе нужен? Зои, Зои. Так, а это комната сохранения, ёпта. Ну, отлично вообще. Там он вижу пистолет. Значит, тебя мы тоже переселяем. У нас тебя уже 6 таблеток, я тоже переселю, потому что не нужны. Сильный эпоксид. Допустим, наверное, я сейчас его объединю. Объединю с порохом. И получится, наверное, эти, да? Как их? Да, получится сильные патроны для пистолета. Так, еще есть у меня кассетка, я смотрел. Травка мне, наверное, пока не нужна, я ее уберу, потому что аптечек у меня до хрена. Аптечки я пока убирать не буду, потому что, во-первых, они, наверное, пригодятся, поэтому ладно. Так, тихо, пистолет. Сломанный пистолет. Ага, сломанный пистолет. Сломанный пистолет, ну-ка, подожди-ка. Использовать я его не могу, да? Или могу? Не, не могу. Подожди-ка. Ну-ка, на четверочку. Блин, не могу. Ну и хрен с ним. Значит, он для чего-то пригодится. Так, сохраняшечка. И, в принципе, в этом доме все, да? Блин, маловато, я хочу сказать. Маловато для целого трейлера-то, в конце-то концов. 3, 5, 9, какие-то непонятные циферки. Для чего-то они нужны. Блин, здесь живет баба, почему здесь безопасная зона? Сохранимся. Сохранимся и пойдем дальше. Нам нужно попробовать обойти двор. Вроде как... Ну, я же сказал, бля, кто-то звонит. Каждый раз, где мини телефон, там кто-то звонит. Ты уцелел. Ты первый, кто сумел продержаться так долго. Так что тебе от меня надо? Это как-то поможет мне выбраться отсюда? Да, слушай внимательно, Итан. Мы родные, и я... В общем, мы все заражены. Я не могу отсюда уйти, пока не вылечусь. Мия тоже не может. А есть способ? Нам нужна сыворотка. По идее, она очистит наш организм от заразы, если только еще не слишком поздно. Так и где ее взять? Знала бы где, давно бы уже выбралась отсюда. Но подозреваю, что матушка спрятала немного где-то в старом доме. Значит, если я найду, то мы с Мией сможем отсюда выбраться. Верно, и я тоже. Старый дом стоит на берегу, не заблудишься. Окей. Надеюсь, ты справишься с матушкой. Будь осторожен. Они будут тебя... Блядь, будь осторожен, они будут тебя искать. Он спросил, твоя мать, блядь, и половину не переводит, что за херня? Так, все? Вроде как все, да? Ну, кассетки у нас новенькой нет, поэтому смотреть пока не будем ничего. Он находится на берегу. На берегу это где-то... Бля, ну серьезно. Вот прям серьезно, да? Вот прям серьезно, прям вот сейчас. То есть я только, сука, вроде как избавился от старого. Теперь за мной будет гонять старое. Ну охереть просто, ну серьезно. Ну, блядь, вот лучше и не придумаешь. Опять мне... О. Да что ж ты делаешь-то, ёб ты ж... Только, бляха, тебя убрал. Только тебя убрал, опять тебя подбирать. Ладненько. Чё у меня по здоровью-то? Желтенькое, все нормально пока. Ну, в принципе, можно травку, наверное, сожрать, которую я взял. Вылечиться до зеленого и... Оставить монетку опять. Хорошо, так, значит, монетка сюда. Трава сюда. Выходим. Жрем траву. Исцеляемся до зеленого. Бляха, но все равно, короче, валяется у меня кровь на экране. Ну что ж ты будешь делать? Хорошо, матушка. Значит, матушка. Значит, будем бороться с ней. В принципе, похеру. Мне кажется, матушка... Блин, ну если она идет после старого, значит, она сильнее старого. А это хуево. Если кто-то сильнее старого, это плохо. Потому что старый и так сам по себе, сука, сильный был. Ну серьезно, как вообще сильно, блях, это хватит? Ну мне же уже, блядь, страшно. Опа, ой. Я думал, секретный проходик. Ой, кстати, смотри-ка, это то место, где мы на кассетке за Мию бегали. Да-да-да-да-да. За ней здесь гоняла матушка. Так, давай меня не палим, куклы. За ней здесь гонялась матушка, мы прятались где-то от нее. И там, кстати, есть еще один секретный проход, но я хрен знает, как нам дадут его открыть. Или он уже открыт. В принципе, если это было в прошлом и записано на кассете, то, скорее всего, это уже было. Ой, блядь, тараканы. Тараканы, сука. Ну ладно, пойдем. Здорово, мать!
Где ты, ёпта? Ух, блядь. Нихера себе мухи! Ебать они! Вы что тут за переростки обитаете, я не понял. Ну-ка взлетай. Они же дерутся, наверное, да, по-любому? Вот ты сука. 8 февраля 1802 года. Где ты? Я тебе сейчас как дам, блядь. Хе-хе-хе-хе-хе. Ебана мушкара. Так, 8 февраля 1802 года. Это дом выглядел так в то время. Окей. Ну, бля, пачки. Похоже на чертеж какого-то огнемета. Блин, кстати, смотри, такую херню мы видели за Мию на кассете. Я имею в виду вот эту ручку. И вроде как и полностью сделанный. Блин, здесь опять эта гадость, да? Здесь опять будут ползать эти собаки. Хотя это же резидент, а в резиденте еще бывают пауки. Это я так, к слову. Если что, готовьтесь. Потому что пауков в резиденте... Пауки, блядь. Пауки в резиденте были всегда. Она наверху. Не надо туда идти. Ну, хорошо. Так, смотри-ка, у меня... А карты нет у меня, да? Я где? Я тут. Здесь, значит, можно пройти. Тут я такой, значит, вошел. Сюда как попасть, я хер его знает, потому что здесь лужа. А это надо идти в обход. Это вот через это место, наверное. Ладненько. Что это за говно? Ой, блядь, ёпту. Ой, ясно. Все стало ясно. То есть, нам показали чертеж огнемета, и на нас налетает куча неубиваемой хуйни. А это означает, что? Включаем голову и понимаем, что нам нужен как раз-таки тот самый огнемет, чтобы все тут нахуй спалить. Без проблем. Бляха, и тут нужен огнемет, серьезно? Ох ты шо. Блять. Не, подожди-ка, это неинтересно. Они вроде как меня не травмируют. Нет, они меня травмировали, серьезно, хорош! Или это еще не готовое говно? Нет, оно тут летает уже. Мне, наверное, надо куда-то пробежать, да? А как пробегут, если меня бьют? Блять, тут пал, ну побежали. Ёпта. Нахуй. Ты хорош! Алло, блядь, дайте проехать-то. Может, я их убью все-таки? Ну как, чуть-чуть убиваются, смотри-ка. О, блядь. По-моему, они не убавляются. А может, убавляются. Я что-то не замечаю, если честно. Они меня бьют, сука. Они меня бьют. Это я замечаю. Ладно, все, побежали. Йо, тут пройти, в принципе, просто нельзя, не надо. Я понял, все, отъебитесь от меня, сраные мухи. Так, подожди-ка, это загвоздочка. Может быть, я вниз спущусь просто? Хуй-то там, да, что у меня по здоровью? О, вообще все плохо. Так, Катрил. Может быть, по краю проползти? Блин, а как я туда пролезу-то? Не иди наверх, она наверху. А может быть, в обход вот так вот? Бляха, ну серьезно? Давай же. Это мне вообще не нравится. Подожди-ка. Нахуй. Мина? Нет, это не мина. Блин, так больше дорог-то нет никуда, значит, куда-то здесь надо идти по-любому. Можно еще. Тут нет, нельзя. Чудеса. Ну, с пистолета стрелять в них бессмысленно абсолютно. С дробовика, конечно, можно. Но что-то мне подсказывает. Побежали. Ой, блядь, больно. О! Уйдите нахуй. Так, все, они разлетелись, отлично. Блин, ну ладно. Просто там-то не удалось пробежать. Я думал, здесь не получится. Оказывается, получилось. Так, что по здоровью? По здоровью все зелененькое, но кровь. Кровь меня напрягает. Зачем вообще делать зеленое здоровье, если кругом кровь? Так, тут у нас что? Даже сейчас построю местность в голове. Это мы сейчас пройдем назад, но ладно. Пойдем посмотрим. Ну, она наверху. Это меня пока что радует, потому что наверх я еще не собираюсь. Твердое топливо. Отлично. Это, наверное, как раз-таки для огнемета твердого топлива. Значит, его нужно как-то, во-первых, размягчить. Ага. Это пауки? Я тебе говорил, сука, будут пауки. Говорил так, ножом. Хуй там. Для ножа нужны отмычки. Кругом всегда везде нужны отмычки. Это я сейчас пойду назад. Да почему же, ну, не на тап-карт? Да, я пройду сейчас назад.
Блять, да серьезно что ли? Сука, тут без огнемета делать вообще ничего. Хорошо, ладно, без проблем. Во! Да блин, везде, короче. Да убей ты ее, ну! Где она? Лошара бесполезная. Мы можем пробежать вон туда, наверное, если нас не накинутся мухи. Опачки. Так, психостимуляторы и коробушка. Коробушка с отмычкой, бляха, места нет, представляешь? М-м-м-м-м-м. Так, ладно, давай аптечку заюзаем. Ну все, 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 есть место. А, отличненько. Есть место, и где-то был у нас замок. Где-то тут что-то было закрыто. А, ящик, ящик, прямо здесь был закрыт ящик, ну-ка. Отмычка. Сука. Эй, представляешь, взял отмычку, короче, вместо аптечки. И... Блин. Так. Туда-сюда. Тут поднимается мост, наверное, да, какой-то механизм. А нам бы пробежать вон туда. Давай попробуем. Пробегаем. Короче говоря, там, где стоит эта непонятная хрень... Туда не пройдешь без огнемета. Это я уже усвоил, это я уже понял, это я догадался. Спокойно. Так, это комната сохранения, нет? О, кусок огнемета, отлично. И травы тоже места нет. Блять, мне нужна где-то аптечка. Сохранение нужно. Ай, ладненько. Так, подожди-ка. 10, хересить. Что бы такое? Психостимулятор, сломанный пистолет. А в этом месте у нас нигде не было. Сохраняшки-то пока, да? Блять, назад топать надо все это время. Блин, это как-то нехорошо. Патрон для дробовика. Они не кончатся. Твердое топливо. Его не выкинешь. Психостимуляторы мне нужны. Пистолетные патроны. Улучшенный пистолет. Блин, назад надо бежать. Не хватает места нихуя. Если я побегу. Ну, одна часть вон там валяется. Вон то место, где мы ходили за Мию. Его видно. А другая часть, получается, валяется здесь. Но ни ту часть я взять не смогу. Потому что, знаешь почему? Я здесь проходил, нет? Потому что кругом ебаные мухи. Чё это? О, карта старого дома, спасибо. Карта старого дома, это хорошо. Опачки. Чё у нас тут? Ага! Еще одно место с пауком. Бляха, а где паук-то? Он же должен был здесь после Мии остаться, нет? И вот как раз-таки тебе... рукоять горелки. Это раз. Гильза для дробовика. Это два. Эпоксид места нет. Нихуя. Блин, может он там сохранение? Подожди-ка. А, секундочку. Так, ну-ка. М. Да? Хорошо. Но это уже замечательно. Это мне нравится. Это мы можем спокойно здесь оставить. Так, значит, подожди-ка. Сразу. Убираем то, что нам не нужно. Старый пистолет. Нахер. Усиленные пистолетные патроны. Нахер. И вот эта вот херня тоже не надо. Аптечку. Вот эту я уберу. Гизель для рыбы ко мне нужны. И сухое топливо. Оно, наверное, объединяется с эпоксидом. Получается обычное топливо. Правильно я понял? Наверное. Так, секундочку. Значит, это сохранение, это рюкзак. Ой, спасибо! Теперь вы можете нести больше предметов. На целых 4 штуки. Красота! Чего ж поделаешь-то, красота. Так, я не буду сейчас пока сохраняться. Я сейчас огнемет дособираю. Все вещи соберу и посмотрим, что из этого получится. Значит, рукоять горелки есть. Эпоксид есть. И теперь попробуем с эпоксидом мы сделать топливо. Объединить с сухим топливом. Да, и получается 100 зарядов к огнемету. Охуительно. Так, откройся-то. Что-то пусто. Хорошо. У нас получилось... Блядь, ты ж, ёб твою в голову! Уйди нахуй! Блин, они какие-то бесполезные, если честно. Они только пугают. Если они будут так постоянно вылетать, можно, в принципе, обосраться разочек. По-моему, все, да? Или нет? Подожди-ка, сейчас подумаю. Главное, чтобы эта сволочь старая ко мне не пристала и не подошла и не начала меня спокойно избивать, потому что я-то ездил... Я ж тебя убивал, дружище. Ебался. Какая хорошая штука этот нож. Носки горелки. Что он там написал? Носки горелки?
Так, а что я еще мог пропустить-то? Вроде как ничего. Значит, берем и конструируем себе огнемет. Хорош, сука. Огнемет. И все. Ну, допустим. Теперь, в принципе, уже можно сохраняться. И пытаться везде искать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вы чё, пацаны, я не к вам. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вы чё, пацаны, вы чё, пацаны? Вы чего? Я не хотел пока что тратить огнемет-то, если чё. Если. Блять, оттуда еще и здоровый вылупляется, охуеть. Бежим. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо, не надо, не надо. Не, да не надо, блять! Все, ладно. Я не хочу сейчас тратить огнемет на вот это вот говно, потому что, во-первых, нужно накидать какой-то план действий, оценить обстановку, распознать, что где, что как, а потом уже спокойно куда-то идти. Все отлично. Теперь у нас есть лишнее, что-нибудь есть, сейчас быстренько глянем, у нас есть лишняя трава, я ее скину. Патроны, 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 аптечки. Замечательно. Психостимуляторы. Мне не нужны, их у меня почему-то. Распечатка электронного... Подожди-ка. Влияют на нервную систему. Нельзя использовать сами по себе. Сначала надо сделать из таблеток препарат. А, это пищевые добавки, наверное, с этой херней жидкой объединяешь, получаешь психостимуляторы. Ясно, но это мне тоже пока что не надо. Я здесь все обсмотрел. Здесь ни хрена и нет. Ну ладно. Теперь, собственно, можно записаться. Можно записаться и идти. Исследовать, обследовать, сжигать всю эту грязь. Я думаю, нам нужно, во-первых, сжечь пузыри. Если мы сожжем пузыри, то из пузырей больше ничего не будет вылазить. Если просто так уничтожать мух, то это глупая затея, и она, наверное, плохо очень сильно сработает. Значит, мы в старом доме. У нас есть тут галерея, у нас тут есть вход, у нас тут есть гостиная. В гостиной, в столовой и в гостевой комнате валяется пункт водоснабжения. Откуда ты знаешь, что он открыт? А там не было еще. Подвал. Старый дом. Ой, блядь. Второй этаж. На второй этаж я пока не пойду. Нет, спасибо. Извиняйте, я пока не хочу. Нам нужен паук, чтобы открыть проход, собственно, наверное, на вторую часть дома, которую мы с вами открывали за Мию. Но паука здесь нет, паука уже кто-то пизданул. Ладно, хрен с ним. Теперь думаем, куда нам лучше пойти. Мы можем пойти в гостевую комнату, можем пойти в столовку, в пункт водоснабжения, в котором... Мне делать нечего, потому что там, наверное, не хватает лестницы или какого-нибудь... Ну, это было бы просто не очень логично, что такой раз, и сразу можешь ты, короче, пройти в пункт водоснабжения. Там не было моста, это я видел уже сразу. Значит, здесь мы тоже можем, в принципе, пробежать, но что нам тут делать тогда? Тут есть какой-то ящик, возможно, в нем что-то... А, и там коробка, наверное, какая-то важная. Хорошо. Так, давай сначала вот этих мух подцепим как-то. Ага, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, есть. Одна большая муха сгорела, точнее умерла. А теперь мы тебя... Ну, да-да-да, пиздатый огнемет, я вижу, все хорошо. Как тебя направлять? Ага. Хе-хе-хе-хе-хе. Сейчас, сучары! Эй! Вот. Теперь можно спалить пузырь. Да, смотри-ка, пузырь спалился, отлично. Бля, что это за говно? Фу-фу-фу-фу-фу, что за говно? Не понял сейчас. Я пузырь-то уничтожил, алло. Быстрей. А, все, во, не, блядь, не до... Ей-ей-ей-ей, ебаные пауки. Не добил я пузырь, собственно, а теперь добил. Это хорошо. Так, ладненько, я не знаю, где набрать патроны для огнемета, потому что их очень мало, а пузырей в доме очень много. Теперь можем спокойно здесь пошастать, спокойно посмотреть. Пауки запечатали какую-то хуйню, значит, эту мы хуйню сейчас освободим. Ага, огонь. А, во, огонь. Хорош. Так, теперь у меня очень много огнемета. И теперь мне это очень сильно поможет. Значит, быстренько бежим и зачищаем все пузыри, которые... Нет, здесь я не пойду. Нет, а здесь так и придется идти. Нет, подожди, так не пойдет. Нет, пойдет. Или не пойдет. Пойдет, плохо, ладно. Так, ну-ка подошли сюда, ебаные свиньи. Ой, бля. Тут очень много огнемета, смотри-ка. Ебаные никчемные, сука, собаки. Так, смотри-ка, у нас появился этот херь.
Это для того, чтобы сделать... Что я хотел, там у нас в сумке все это осталось. Так. Траву. Ну, в принципе, можем сделать еще одну аптечку и подлечиться. Почему бы, собственно, и нет. Но подлечусь я чуть попозже. Отлично. Так, открывай. Блять, сразу. Ты посмотри. А, сразу налетелись, сука. Накинулись, падли. Ага. А так-то, сычары. О, вот это поворот. Вот это отлично. Так, тихо, еще одна. О. Да, блядь, сколько можно? Ёб твою мать. Патронов-то, патрон докончаю. О, спасибо. Так, твердое топливо. Зря я испортил и использовал эпоксид. Это выход наружу. Отлично, мы прочистили. Мы прочистили себе много проходов, теперь нам ничего нигде не мешает. Пройти мы куда-то сейчас можем? Нет, мне интересно. Мы можем пройти только к пункту водоснабжения. Там тоже, кстати, валяются эти черти. Но мы можем пройти через камин куда-то. Куда-то непонятно, сейчас попробуем пройти. Что это? Ага, все хорошо, замечательно. Объединить сухим топливом, получить еще 100 огнемета. Ха-ха-ха, вот это мне нравится. Вот это нормально. Ну-ка, перезаряди маленько. Получится. Ага, все нормально. Патроны не пропадают. Если ты до конца обоймы перезаряжаешься, то оставшиеся патроны не пропадают, а просто добавляются к этим. Это хорошо, потому что помню в какой-то игре, не помню в какой. Была такая херня, что... А, в мафии это было. Ты патроны выкидываешь, которые в обойме остались, и они пропадают на самом деле. Не просто где-то там остаются, а реально пропадают. Так, это... Итан. Иди нахуй. Итан. Иди нахер отсюда, я к тебе не подойду. Я взял паука и пошел. До свидания. Ладно, давай поговорим. Хватит мне голову морочить, Мия. Мне нужны ответы. Я знаю, ты прав. Я всегда хотела тебе сказать. Но я просто почти ничего не помню, как отрезала. Папа, да? Ты не против, если я ненадолго заберу маму? Да не стой ты столбом, сделай что-нибудь. Итан, помоги! Чёрт! Ну хорошо, ладно. Да-да, подъебала. Смотри, она, короче, с ним заодно, по-любому. Она просто научилась оставаться в злом состоянии, но в нормальном обличии. Они с ним договорились, чтобы я, короче, психанул, чтобы я такое необдуманное решение принимал, побежал такой за ними. Хуй-то вам! Хер вы угадали, ребята. Пошел нахрен! Ой, отходи, пожалуйста. Отходи отсюда нахуй! Да отойди ты, ёб твою ж тебя мать! Пошел нахрен! Ты какая старушенция дурная. Ладно, сучара. Попалась ты, падла. Все, так, чё, а что я взял? Я взял статуэтку, которую можно повесить, это паук. Паука можно повесить и, соответственно, пройти туда, куда проходила Мия, а это в сторону подвала и переползти на ту сторону. Не знаю, что нам там делать, но я бы, наверное, сейчас сохранился, если честно. Прям вот очень хочу сохраниться, потому что не вижу смысла без сохранения. Не я. Ой, она болеет. Ты болеешь, да, мать, спокойно. Так, это куда я? Ой, блядь, серьезно? Ой-ой-ой. Пошли нахуй! Любуйся, надоедливый кусок дерьма! Да уйди ты нахуй, ебаная муха! Так, она меня может запалить, ясно. И как мне туда пройти? Вот это поворотец на самом деле сейчас внезапный был. Мне бы до комнаты сохранения добраться. Так, она где? Справа она побежали. Замечательно. Дверь закрой. Хорошо. Так, все. Вот теперь все хорошо. Теперь можно спокойно сохраниться и топать на перерез на другую часть дома. Я не понимаю, каким образом она там может путешествовать. Она же как-то перебиралась, но она не... А, не, она не лезла через подвал. Так, сбагрим монетку быстренько. Статуэтка у нас сейчас пропадет сама по себе. Это я тоже пока что, наверное, уберу, да? Уберу сильный эпоксид, потому что место мне нужно. Нет, подожди, сильный эпоксид я не буду убирать, потому что, возможно, сейчас найду это сухое топливо.
никуда не смогу его вставить. О, бляха. Зачем они хранят в своем доме огнемет, если знают, что именно огнемет может их убить? Я этого немножко не понимаю, но это, наверное, не мое нихуя дело понимать то, что тут задумали. Может быть, они думали, что когда-нибудь излечится, этим огнеметом пригодится. Так, значит, паук. Тебя мы составляем, мы тебя уже составляли. Ага, как, подожди-ка. Так. Дай, блядь, какая отмена, я покрутить хотел. Блин, как непривычно, на самом деле. Так, вот в эту сторону. Вот так. Ага. И F. Не надо здесь. Там прям так сильно, короче говоря, подгонять. Главное, чтобы очертания совпадали, и тогда все будет нормально. Я сейчас, смотри, полезу туда, они полезут за мной. Я тебе отвечаю. Блин, а что ты все время с фонариком, кстати, не ходишь? Очень полезная штука. Включает его только тогда, когда куда-то... Фу, блядь. Черт. Нет, он говорит, блядь, фу-фу-фу, господи, твою мать! Фу, ебаные мокрицы, они такие противные, блядь, эти мокрицы, они даже в живой жизни, вот эти мокрицы, вот эти вот ебаные, такие противные, фу, блядь. Такая гадость, я ебал. Кругом одно говно, представляешь, просто вот говнина кругом одна сплошная. Противная игра, вот, блядь, и страшно, ключ с орлом, ну серьезно. Ладно, давай я подойду, чтобы просто запомнить, что здесь есть ключ с орлом. Зоя, ты снова пыталась пробраться на второй этаж, да? Что думала, не замечу? Даже после того, что стала с Эвелиной, ты все болтаешь о каком-то непонятном лекарстве. А что ты собираешься делать с моим алтарем? Держи-ка свои вороватые руки от него подальше. Никто не смеет прикасаться к святому алтарю. Думаешь, твой отец и я дурни? Избалованное убогое дитя. Лучше бы ты не появлялась на свет, ты такое ничтожество, а смотришь на нас сверху вниз и хочешь бежать из дома. Это после всего, что мы для тебя сделали? Ничтожество, ничтожество, ничтожество! Если ты хоть раз дотронешься до моего алтаря, я отрежу тебе грудь и зажарю ее на обед. Так она же опять отрастет. Ну, эпоксид, хорошо. Блять, а мне бы нужно сухое топливо где-то намутить. Короче говоря, ключ с орлом... Ключ с орлом. Ключа с орлом у меня нет. Это что? А, это я прошел вот так. Хорошо. Допустим. Куда можем тут пройти? Хуй его знает. Ой, ёпта мать. Так, это мы начнем ползти вниз. Но тут мы уже ползали, это я помню. Опачки. Она же сюда не спустится. Хули ей тут делать? Она же не хочет здесь ползать, правильно? Психостимуляторы. Да бляха-муха, у меня сейчас место опять забьется все. Еще один, ты посмотри, а, эпоксид. Бля, мне бы сухого топлива. Рукоятка, недостаточно места. Ну вот, я же тебе говорил. Эта рукоятка как раз-таки для того... Ой. Для того места, где там переход. Я же тебе говорил, ее просто так не откроешь. Ну потому что это логично. Во всех, блядь, частях практически есть резидентов, есть хрень, в которую нужно прикрутить рукоятку. Это вот прям стопроцентное тебе заявление. Так, значит, объединим, возьмем аптечку тогда себе. Возьмем с собой рукоятку и поедем назад. Блядь, откуда ты тут взялась, собака? Ну-ка и сюда. Подрежу тебе сейчас крылья-то нахуй. Лошара, блядь. Чё это? Ох ты, сука. Ну-ка, срулил нахуй отсюда. Да убей ты её, ёб твою мать, ты убьёт сейчас. О, спасибо. Так, а это что такое? Я тут ничего не смогу перелезть. Ага, смотри-ка, смогу. Сейчас какой-нибудь трупец достану. Ой, отлично. Срез. Просто... Просто охуенно. Допустим, ладненько. Карта. Нам сейчас нужно на пункт водоснабжения. Значит, пройти надо через гостиную, через столовую и туда напрямик. Либо через гостевую. То есть, смотри, получается вот так, вот так, вот так. Либо вот, я думаю, напрямую просто пройдем. Я эту сволочь, короче говоря, поджигать не буду. Я не хочу тратить на нее патроны просто потому, что нахуй это надо. Блин, она тут забаррикадировала же проход пауками.
Здесь придется тратить патроны. Нет, смотри-ка, оставила. Нормально. Так, она за эту дверь уходит. Сейчас она налево уйдет, и мы пробежим напрямую. Нам же напрямую надо, правильно? Да. Да, сука, старая кошелка, вроде убежала. Я сказала тебе, тут не место, блядь! Тихо. Ушел нахуй! Ушел! Да иди сюда, ебаная муха! Да умри, блядь! О! Так, ладно, смотри, мы избежали столкновения с бабкой. Мы избежали столкновения с бабкой и убивания ее мух. Значит, теперь нам осталось убить мух вот здесь, и мы спокойно пройдем на пункт водоснабжения, не знаю для чего. Возможно, чтобы спустить какую-то воду. Ебались нахуй. Отлично. Убил, нет? Да уйди нахуй отсюда! Так, убил, да? И патронов просто не осталось. Просто охуенно. Ты живой, нет? Нет, вроде не живой. Что там по здоровью-то желтое? Давайте аптечку одну ебану. Почему ты сегодня руку тебе посыпаешь? Фу, он в волдырях весь! Его пауки какой-то херней заразили, судя по всему. Тихо. Алло, мать, не надо, не дури. Не надо, не давай, она идет сзади! Итан, быстрее крути! Или это не она? Где она? Ты рукоятку взял, нет? Взял, молодец. А нахуя она нужна-то? Так, хер с тобой. Так, спасибо, аптечка. Топливо. Монета. Блять, куда мне столько монет-то? Монеты. Это что такое? Ключ с вороной, блин! А места-то нет! А что делать? Срочно нужно придумать, что куда сбагрить, что куда делать, потому что я не хочу идти до хранилища, потому что до хранилища идти придется через нее. Две аптечки я не заюзаю никак. Ох, ты ж, ёпты ж, а если я, смотри-ка, сделаю вот так, объезжерню, не с чем объезженить. Блядь, придет. Все плохо и все печально. А, все, патроны, во, отлично, патроны кончились. Ключ с вороной. Давай подумаем внимательно. Ключ с вороной мы можем применить здесь. Это чтобы пройти на второй этаж. Ключ с вороной мы также можем... Секунду. Ключ с вороной можем принести вот здесь, в комнате с запасами. Ключ с вороной мы можем применить где еще? Так, подожди-ка, второй этаж. Второй этаж, здесь везде ключ со змеей. Здесь мы никуда... Ага, запасы. Ну, туда никак не пройдешь без ключа. А, это первый этаж. Подвал. Подвал, ключ со змеей. Второй этаж, ключ с вороной. Ну, блин, по-любому придет где-то здесь. Ладно. Ладно, сучара. Пробегаем тем же самым путем и попадаем туда. Там у нас уже срезанный путь. Но, конечно, до хранилища добежать было бы неплохо вообще. Прям замечательно было бы добежать до хранилища. Но, блядь, через нее бежать неохота так-то. Где она там, скотина? Блядь, здесь эти мухи ебаные, тихо, не надо, мухи, не доедите в жопу. Патронов для огнемета очень мало, их нужно как бы экономить. Поменьше ими пользоваться, побольше пробегать. Это игрушка на пробегание. А, знаешь, во всех резидентах на самом деле, в тех, в первых, в более запутанных, так, она там, все отлично. В менее экшеновых. Блять, серьезно! Да идите нахуй, ебаные мухи, слышь, что?
Бля, проще реально просто мимо них пробежать, чем тратить на них патроны. Так, здесь срез, отлично, здесь могу пройти потом. И не с ней не сталкиваться. Короче, везде, во всех резидентах, там патроны были не такой уж сильной роскошью, не такой большой роскошью, поэтому их всегда приходилось куда-то экономить. Их всегда приходилось мимо врагов просто пробегать, не стрелять. Потому что смысл в врагах не в стрельбе. Смысл в врагах в том, что... как его называют-то? Нужно экономить все, что можно экономить. Так, аптечки я пока уберу. Эпоксид я здесь оставлю, он мне пригодится. Это какие патроны? Обычные патроны. А сильные патроны я сбагрил, да. Улучшенные патроны я сбагрил. У меня есть огнемет, у меня есть дробовик, у меня есть пистолет, нож, аптечка, ключ, эпоксид. Эпоксид же он называется, да, эпоксид. На всякий пожарный. И чего? Ладно. Эпоксид я пока оставлю, потому что пригодится, наверное, для патронов. Патронов у меня нет для огнемета совсем. Сохраняемся и топаем. Что? А. Ну окей. Давай переписывать с самого начала без проблем. Блять, ну... В 2017 году делать ограничения на количество слотов сохранения, это прям обосраться. Как будто на компах память, блять, закончится от того, что я сохранюсь лишних 700 раз. Ну что это за прикол? Какие слоты сохранения, блядь, закончились. Ну это же беда, ну серьезно. Как вообще такое может быть? Представляешь, ты подходишь к сохранению, а тебе говорят, не, чувак, извиняй, слоты кончились. У тебя калькулятор вместо компа. Ты обосраться, вот серьезно. Такая гадость, сука, ползает прям. Фу, блядь, я не знаю. Блядь. Фу, блядь, говно какое. Так, ладно, мы идем на второй этаж. Старуха... Ай! А давай я дверь сломаю. Проход. Блять, я ей починил проход. Не надо было ей чинить проход, на самом деле. Она бы, наверное, сюда не прошла нихера. Ай, блять! Я тебя велела убираться! Ёбнутая скотина, тихо! Не падай туда! Встань! Вот ты, блять, валенок. Ты сейчас провалишься, она тебя сожрет. И что ты хочешь от меня? Ну все, сосок, мелкие шутки в сторону. И что ты от меня хочешь? Нам как бы надо вылазить, наверное, отсюда, да? Думаешь, можно заявиться к нам и начать что-то там свое? Бля, я поджарил ее, она... И чё я сделаю? Это как бы конец, все. Ну меня сейчас убьют. Они не взрываются нихуя. Когда меньше, больше. Отлично. О, беда. Ну, сука, тварь старая, блядь. Я как ебу тебе, собака ебаная. Да ну надо было сразу ее подбить дробовиком. Чего же я не догадался-то ее? Ой, короче, вот это она жесткая. Она мне прям херачит только так. Так, мы сохраненные были. Хорошо, насрать. Нужно просто сразу брать дробовик и расстреливать ее ко всем хуям. Дробовика, патронов у меня много. Мне кажется, мне хватит. Блин, ну как так-то? Ну как она там, сука, откуда она там оказалась? Как она вообще меня подкараулила? Хотя она, возможно, прогуглила, ну, прошарила, проверила, просмотрела, что я был в водоснабженском домике, а у нее там ключ запрятан был с вороной. Ладно, хер с ней. Если сейчас не получится, нам, по идее, можно сбегать к этому... Как его? Ой, в комнату с запасами, потому что... Блин, сука. Потому что у нас нет топлива для огнемета совершенно. Давай, вылази, сука. Ну тебя же там не было, блин, это же просто из ниоткуда появилась, тварь. Короче, нам нужно попытаться как-то вылезти. А потом дожарить ее просто огнеметом. Я сейчас не буду тратить огнемет. Сразу, короче. Или подожди, или надо тратить огнемет. Сразу, подожди, сразу сначала, сначала, сначала. Тихо, дай быстрее! Все, отлично.
пошел нахуй. Ах ты ж, бледина такая. Спокойно, огнемет, быстрей. Да огнемет, я тебе говорю, ебаный бро. А ты, бледина, ну, смотри, что делает, а. От нее просто не выберешься, нихуя. Да уйдите в пизду, ебаные мухи, блядь! Да она просто не дает шанса вообще никакого. Ты посмотри, что происходит, а? Да блять, убейте этих мух-то, ебаный в рот! Нет! Так, не давать. Ой, все, завалил! Так, я убил ее, отлично. Какой-то, знаешь, сумбурная такая херня получается. Я вроде мог, по ходу дела, все это лучше гораздо провернуть, но получилось так. Можно было вообще не тратить огнемет, можно было просто сразу ей в харю стрельнуть пару раз, и все было нормально. Аптечку. Ну, допустим, я ее завалил, это уже хорошо. Сейчас мне позвонит, да? Чё за чёрт? А, цель какая-то. Чего? Цель подтверждена? Касательно сыворотки серии какой-то там. Следующий предмет позволяет синтезировать сыворотку. Черепной нерв, периферический нерв. Кажется, все. Все. Все, звонит Зойка, отлично. Ну как? Ты нашел сыворотку? Я разобрался с твоей мамашей и ее гребаными букашками. Что же ты не предупредила? Ну прости. Ты как насчет сыворотки? Не нашел. Но я выяснил, как ее сделать. Голова и руки серии D. Ерунда какая-то. Голова? Голова у меня где-то здесь была. Правда? Вот насчет руки не знаю. Ты весь дом обыскал? Нет, не успел. Второй этаж остался. Ладно, проверь. Если найдешь руку, приходи к автоприцепу. Ну окей. Да он уже весь в каком-то говне сам, блядь. В вулдырях, в прыщах, хер пойми в чем. Куклы висят, как в этом, как в демке. Мне бы сохраняшку сейчас было бы замечательно. Я бы очень сильно этому был рад. Так, второй этаж, значит, сохранение у нас... Блин, а сохранение только на первом этаже, серьезно? И чё? Сейчас прикинь, сюда старуха приедет. 11 октября. У меня весь день звенит в ушах. Не могу заснуть с тех пор, как появилась маленькая девочка. Как говорит Зоя, это девочка странная и женщина, которой... А, как говорит Зоя, это девочка странная. И женщина, которая с ней пришла, тоже. Мне чудится и слышится всякое, и меня все время тошнит. Я пошла в город к врачу, и там мне сделали рентген. Что со мной происходит? Девочка мне кое-что подарила. Я положила подарок в тайную комнату в задней части второго этажа, где его никто не найдет. Это рука. Признак доверия девочки ко мне. Эта рука приведет нас к счастью. А если кто-то захочет испортить это счастье, то я его просто убью. Так, дальняя комната, дальний что-то там, что-то здесь. Муравушка. В принципе, все. Блин, я думаю, давайте-ка мы, наверное, здесь на этом как раз-таки закончим. Я две серии подряд запишу, выложу. Просто сохрани далеко бежать, и мало опять противники, враги тратить патроны, я не хочу. Ссылка на лысый в описании под видео, подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки, всем до трех встреч, все, ребятушки, всем пока. Раньше здесь был мат.